Добро пожаловать на канал Hard Red Steamfield. В данном видео я вам расскажу, как пользоваться функцией датчик на диване на наушниках Bowers & Wilkins PX8 McLaren Edition. Это перейдемте в приложение Bowers & Wilkins, нажмем на пункт настройки и выберем наши наушники. Просто это листаем вниз, и будет пункт датчик на диване. Нажмем на него и выберем лау. Если воспроизведение неожиданно прерывается, когда наушники надеты, поменяйте чувствительность на лау. Если же наушники не останавливаются, тогда вы их поднимаете, переключите на хайс. Можем выбрать нормал и можем выбрать также хайш. Большое спасибо за просмотр данного видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube канал и до новых встреч!